Но гостиница 40 лет здесь простояла и была снесена вот как раз несколько лет назад, когда могли бы отмечать 50-летие, показывали по Первому каналу фильм «Гостиница России» в Алексееве, обмазывающий праздник. Это известнейшая гостиница Советского Союза и Европы. А с левой стороны желто-белое здание в башенке, тоже гостиница, та самая Балчевская шведская Эскадрон, пятизвездная, где останавливаются крупные политические деятели из разных стран, и прямо из окон могут любоваться. Вынуждены были поехать в Кёхода, в основном по Украине.
совместного площади Красного Октября в самом центре Москвы не пустует. Дорогущие бутики, там есть другой ресторан «Угода», очень известный у нас, «Ловка», ну и все такое прочее, что открывается новым словом «Артхаус». И мы с вами прошли вдоль Золотого острова. Все, что мы видели до памятника Петру Первому, Зиравы Церетеля, это был остров, видите, от Ост-канала, начало Ост-канала. Это важный процесс, когда он поставится. И начало Золотого острова, который оформлен монументальным памятником. Thank you.
Подвинься сюда, пожалуйста. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сейчас будет последний наш собой в этом сезоне. Если бы вы это не видели, то он все уходит. Я снимаю вертолетку. Да, маленький.
5, как говорил, и так, по-разному. По-разному. 0,5. По-разному делал. Как у тебя стоит, так и делал.
Прям. Не мое. Чуть отвлекся, друзья, извините. Друзья, закончилась экскурсия у нас на корабле. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ну, Марин, теперь это самое, они с тобой. Я пошел.